Представляем вашему вниманию главные новости антикоррупционной службы по Алматинской области за прошедшую неделю. Департаментом за прошедшую неделю в рамках проекта «Антикор Лайв» проведено 7 эфиров и в рамках проекта «Адалкумек» проведено 15 разъяснительных эфиров и 4 эфира в рамках проекта «Гражданский контроль». В рамках Международного дня борьбы с коррупцией руководство департамента по Алматинской области наградило гражданских активистов, вносящих вклад в противодействие коррупции. Подведены итоги конкурсов «Парасат Туот Пасы», а также награждены активисты клубов «Санал Орпак», «Адал Орпак». Брифинг на площадке РСК «Жетсу Медиа» в Международный день борьбы с коррупцией журналистам рассказали об основных направлениях антикоррупционной службы и о роли гражданского общества. В Алматинской области открылись еще 2 сервисных акимата – Талгарском и Панфиловском районе. В рамках проекта «Сапало-Жол» проведен мониторинг зимнего содержания автодорог. В выездном мониторинге участвовали менеджеры проектного офиса «Жетсу Адалдык Алаңы», сотрудники департамента полиции, РГП «Национальный центр качества дорожных активов», а также представители СМИ. Менеджеры проектного офиса «Жетсу Адалдык Алаңы» в честь Международного дня борьбы с коррупцией в Алматинской области провели социальный опрос на антикоррупционные проявления среди жителей. Менеджерами проектного офиса «Жетсу Адалдык Алаңы» в целях призыва к справедливости, добропорядочности и принципам честности среди жителей Алматинской области была проведена акция «Сыбайлас жемкорлыкты бирге жеңемиз». Офицерам департамента по особо важным делам Бахытжаном Умырбековым были даны правовые консультации по проведению внутреннего анализа через приложение Zoom. В Алматинской области проводятся акции «Чистая сессия». Алматинская область продолжает поддерживать акцию «Коррупция не для нас». Новостные сюжеты о проводимой работе департамента на республиканских и областных телеканалах. Продуктивная беседа прошла на диалоговой площадке «Жетсу Адалдык Алаңы». Итоги «Парасат Туот Пасы» подведены в Талдыкургане. Помощные награды, предметы бытовой техники. Алматы Өскемен күреш жолының Талдықорған айтып өздеріне шаң жуытпады. Инертті материалдарды 93 уголовных правонарушения зарегистрировали. Авторские новостные статьи о проводимой работе департамента на страницах республиканских информационных агентств и журналов.